Так депутат от фракции КПРФ встретился с работниками сельскохозяйственных предприятий «Партнер» и общества имени Дзержинского. Одна из проблем, на которую сетовали руководители хозяйств – невыгодные процентные ставки по кредитам государственных банков, а также на весьма скромные суммы транша по гектарной поддержке. В этом году сельхозпроизводителям выделено в общей сложности около 600 рублей, да и то с задержками. Существует, в общем-то, много проблем, которые сегодня надо решать. И я все время стараюсь вот встречаться с коллективами тех, кто работает непосредственно на земле. Мне проблемы эти, они известны и по своей работе, по своему хозяйству. Но вот я нахожусь здесь подтверждение того, что они общие и что их надо как можно быстрее решать.